Сегодня в первом тайме вы очень явно были недовольны игрой команды. Что не получалось? Я думаю, мы проиграли первый тайм. Здесь, наверное, два компонента. Соперник, который играл лучше нас, был, как бы, наверное, более подготовлен к такой игре. Вот, и мы проиграли много единоборств. Вот, и здесь, наверное, соперник заслуженно выиграл этот тайм. Поэтому, наверное, наша неудачная стратегия, подбор, может быть, где-то составом неудачно как бы определились. И стратегию, самое главное, стратегически неправильно сыграли. Вот, отдали инициативу, не смогли как бы нужное давление оказать. И пришлось прижаться к воротам. Поэтому вот из этих двух компонентов складывалась разница такая большая. В первом тайме игровая. Вопрос от воронежских журналистов. Отсутствие в стартовом составе Эльнура Альшина, который всегда в Воронеже играет с тройной самоотдачей, это тактический ход? Вы знаете, как бы не вся команда сейчас в одном таком состоянии функционально находится. Некоторые футболисты приехали по ходу сбора. Вот, некоторые футболисты пропустили половину сбора или даже целый сбор. Поэтому состояние разное, и мы исходили из того, что мы постарались наполнить состав максимально подготовленными функциональными игроками, кто прошли всю подготовку. Вот. Ну, мы, естественно, планировали, что игроки со скамейки должны усилить. В принципе, так и произошло. Мы благодарны, что ребята, те 3 замены, которые сделали в перерыве, они кардинально развернули матч и как бы принесли нам нужный результат.